Итак, всем привет! Сегодня, наверное, видео не будет, потому что я добрался до Варшавы, и я вам скажу, сегодня целый день спал, ничего не снял, ничего не сделал, поэтому я сейчас быстренько вам покажу все пейзажи, которые сейчас окружают меня, и с завтрашнего дня я опять начну съемки, поэтому оставайтесь, смотрите, если кому-то интересно. Если я не ошибаюсь, то вот эти велосипеды стоят 1 злотый час. Это первый час стоит 1 злотый. Дальше цена немножко растет. Вот только что увидел, и чтобы не забыть сказать, тут получается полиция, скорая помощь, пожарные всегда ездят со включенным звуком. Мигалки, включенный звук, все их пропускают. Это очень отличается от нашей Украины, потому что там ребята не любят ждать. Они вот так вот стоят на красном, потом раз включили мигалку, проехали красный, выключили. Ну, то есть они пользуются служебным положением. Здесь как бы, может быть, такое тоже есть, но я этого не встречал, и поэтому мне это больше нравится, когда действительно, может, они спешат куда-то и постоянно летают. Но с другой стороны, постоянно этот уровень звука в децибелах, я не знаю, как, насколько это громко, но режет иногда по ушам, но привыкаешь к этому, я вам скажу, что даже приятно, что как будто службы постоянно работают. Так, что еще? Сел я все-таки в укромном месте, в парке. Ну, никак, не парк, это дворик, назовем это дворик. Вот, и довольно-таки удобно в таких местах записывать какие-то обращения, видео или что-то в таком роде. Потому что ты не ходишь с вытянутой рукой на улице. Тут, кстати, на это не сильно обращают внимание. Даже людям реально пофиг насчет этого. В Украине ты сразу чувствуешь небольшую такую агрессию со стороны людей. Ну, вот по моим ощущениям, такая небольшая агрессия. Что ты снимаешь? Что ты меня снимаешь? И все в таком духе. Здесь людям пофиг на это. Но, с другой стороны, я замечал, что когда ты идешь с вытянутой рукой, такой, привет всем, я тут вот тут иду, там иду. Люди все равно как-то оборачиваются и на это смотрят, типа, это еще так выглядит, чувак с вытянутой рукой такой идет. Знаете, это реально, сам со своей рукой общается, это очень довольно-таки смешно, наверное, со стороны. На этом, наверное, я, пожалуй, закончу видео, потому что садится просто батарея, пауэрбанку я с собой не брал. А мне еще надо будет как-то доехать до дому. Поэтому все, всем пока, в общем, увидимся. На этом видео, наверное, не заканчивается, потому что приехал Макс, и хочу показать, вот, будущий миллионер, как он выглядит сейчас. Мечта любого. Мечта любой женщины. Вот он, миллионер будущий. Вот с чего он начинал, если что. Вот так вот. Спойлер.